как сладок вкус твоей любви. Был мертв, но чудом стал живой. Был слеп, но вижу яркий свет. О, I'm
Твоя любовь, Иисус, победила мой грех.
Спасибо Тебе, Господи, что мы в Тебя уверовали, что другого нету, Господи. Что Ты дал нам власть быть детьми. Власть быть детьми. Власть быть детьми. Власть быть детьми. У Тебя есть власть быть чадом света. Ты не от нижних, Ты от вышних. Царство Божие внутри Тебя есть. Ты рожден для того, чтобы жить в сердце Иешуа и по Его благодати. Проклятие не действует больше в твоей жизни. Никакая ложь не действует в твоей жизни. Ты благословен. Ты благословенна. Благословен дом твой, дети твои. Благословенны пути твои, которые ты находишь в нем. Смерть отныне не властна над тобой. Ни нищета, ни никакая болезнь. Отвергни эту ложь просто сейчас. Кровь Иешуа, которая течет по тебе, пускай говорит тебе через ангелов, через Духа Святого, пускай прямо в сердце. Ангелы, пожалуйста, делайте работу, Боже. Очистите, Боже. Убелите совершенно, Боже, Иисус. Иисус, Господь, мы сейчас не в память Твою, а в утверждение Твоей истины будем вкушать Тебя, Господь. Это будет не очередное формальное хлебопреломление, Господь. Твоя реальность, она не под вопросом на этом месте. Это утверждение наших сердец, Боже, и нашей веры, Господь, которую Ты сейчас только что очень сильно умножил. И продолжаешь это сейчас делать. Всякий дух неверия и сомнения сдохни прочь. Всякое непрощение просто уходит. Ты сможешь прощать. Ты сможешь не обижаться. Ты сможешь не осуждать. Ты сможешь покрывать любовью немощи ближних. Потому что живой Иешуа у сердца твоего, в твоем сердце. Он лоза, мы ветви, мы на нем. Он привил нас, его кровь пульсирует сейчас в наших жилах. Знаешь. Его одежды праведности просто ангелы предлагают тебе. Просто переоденься. Если ты ходил своими путями, просто переодевайся. Ангелы стоят с этими одеждами, предлагают тебе. Это духовное упражнение. Можно начинать практиковать духовное христианство. Спасибо, Дух Святой. Спасибо Тебе за Твою кровь, которая реальностью сейчас омывает, Боже, всякую ложь и сомнение, Боже, сердец с разума, с тел, Боже, с родов просто смывает, Боже, грех и лжи, ложь греха. Ты невиновен, Ты свободен. Обвинение врага недействительно в Твоей жизни. Отвергни любую ложь. Те мысли, что от врага приходят, они не Твои. Не принимай их, они не Твои. Ты дитя света, ты рожден свыше. Господь, пускай твои откровения рождения свыше взорвутся в сердцах наших с новой силой. Боже, спасибо, Боже, за твою милость, Боже, всемогущий Бог, в этом теле, в этой крови, Боже, в этой жертве, Господь. Ты с нами. Ты воскрес, ты умер за нас и воскрес, и ты с нами.
И мы просто, это хлебопреломление, Боже, просто это наша страсть по Тебе, это наш хлеб и питье, и еда, Боже, Ты все в нас, Господь. Мы очень нуждаемся, Господь. Мы просим, сделай наши сердца, как Твои, Господь. Мы нуждаемся в совершенном единении с Тобой еще. Мы хотим обнимать, целовать Тебя, приветствовать, Боже, и быть раскрытыми сердцами всегда, стоять пред Тобой, Господь. Восхищаться красотой Твоей, чудный Царь, Господин славы, Господин жизни, Господин благословения, Господин благословения Твоей жизни на этом месте. Прими благословение и жизнь с избытком, дух, душу, в сердце, во всю свою жизнь. От Духа Божьего, с этим хлебопреломлением, с этими ангелами. Свободен, ты свободен, сын, дочь, услышь, ты свободна. Отряхни ложь, не она действительно, моя кровь говорит, моя кровь кричит, ты свободен. Надо уже ничего специально что-то делать, чтобы меня достигнуть. Вот я здесь живой. Вкуси меня. Сердцем вкуси меня, пожалуйста. Не разумом. Я хочу сердце твоего. Я хочу любить тебя в сердце. Я хочу исцелить твое сердце, говоришь. Я в сердце твое. Мое место в сердце твое. Впусти меня, пожалуйста, поглубже. Я помогу тебе навести порядок. Мы вместе будем наводить порядок. Только, пожалуйста, уверуй. Уверуй. Уверуй и прими это все. Бесконечность. Свободы, радости и мира. Все это рядом. На расстоянии одного вдоха. Я близко. Я близко, говорит Господь. Отвори мне дверь сердца твоего. Буду с тобой и вечерять, и завтракать, и обедать. Никогда не расстанусь с тобой. Никогда! Ничто. Ничто нас не разлучит. Ничто. Обними просто. Просто обними, вкуси меня, как я благ. Обними. Прими мою жизнь. Прими мою жизнь, просто говорит Ишу. Прими. Будь благословен. На пути новой жизни, свободы, мира и радости. Исцеление сердца, души и тела. Благословение в роды родов да пребудет на тебе. Будь благословен. Будь благословенна. Каждый, кто слышит меня, будь благословен, будь благословен в дух, душу, в сердце, во всю жизнь твою, в роды родов, благословение жизни и жизни с избытком во имя Иешуа, кровью и телом Иешуа за тебя ломит. Жизнь с избытком. Твой удел. Ты мое избрание, ты моя радость, говорит Иешуа, ты моя драгоценность. Знаете, самая близкая дорога к сердцу Отцу, Отца, любовь к Его детям. Вы знали это?
а кто мы? Дети. Давайте любить друг друга. А Он рядом. Здесь. Вот здесь. Вот прямо вот здесь. Он хочет вам это сказать. Это очень важно. Мы семья. Мы братья и сестры. Давайте любить. Ни за что, ни почему, а вопреки всему. Аминь. Знаете, вам, кто хочет получить больше, он уже на сердца смотрит. Вы можете просто выходить, пока идет хлебопреломление, то есть активный процесс сейчас Духа Святого на этом месте. Просто выходите больше и принимайте. То есть это слова Духа Божьего, это все жизнь Его. Ваши поднятые вверх руки, ваше сокрушенное сердце – это открытые ворота для потока благословения. То, что ухо твое не слышало, и глаз твоего не видело, и на разум тебе не приходило, оно здесь сейчас. Ты можешь это принять.